я хорошо помню этот день. Мы встретились в мой день рождения. Да, мы познакомились на танцах, это правда. Я училась в художественном училище в Краснодаре, у меня был любимый муж. Как-то сначала никто ничего серьезного не подумал. И муж догадывался. Я ведь пыталась как-то понять, что со мной происходит. Да нет, да что, да бросьте. Нет, это точно не может быть в моей жизни. Я поняла, что началась химия. Мне кажется, надо сегодня собрать детей и им сразу об этом сказать. Химия случилась, да, но не с первого раза, а только со второго. И потом впоследствии оказалось, что у меня будет 8 химий. Рак. Мозгоклеточный рак. Да, это все-таки он, и он пришел в твою жизнь. И нас оставили с мужем вдвоем, и он говорит, я сейчас выйду, ты поплачь, и мы пойдем на войну. Химия была, но мы расстались. Химия была, но мы расстались. И даже слово не победить, уйти и расстаться. Я чуть-чуть устала бояться уже, потому что это не часть меня. Нужны положительные примеры, счастливые финалы. Я вернулась к себе той, которой больше он никогда не сможет прийти. Вот я также из этой истории вышла живой, другой, настоящей. Я такая не одна. Идите, Наташа, идите, вы здоровы, идите. Расходимся. Спасибо. До свидания. Рак молочной железы. Был. Нет. Что я хочу показать? Какая ты вышла из этих ужасных отношений? Посмотри на себя, какая ты прекрасная. Я хочу, чтобы весь мир увидел этих женщин.